Здравствуйте, это программа «Открытый диалог», с вами Николай Пименко, и сегодня поговорим о будущих медиках, потому что в последнее время, безусловно, слово «медик», «медицина», «врач», «доктор» сопровождало нас практически каждый день. Пока была пандемия, слава богу, она вроде бы завершена, но тем не менее, все равно мы будем обращаться к врачам, и какими будут эти врачи, какими будут медсестры, медбратья, любой медицинский персонал, это зависит от того, как их учат. Поэтому в студии у нас сегодня директор Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2 Жанна Николаевна Анисифурова и в первой части нашей программы студент второго курса Артемий Марков. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Жанна Николаевна, сразу же начнем, опять же, отталкиваясь. Безумный же, в хорошем смысле слова, опыт приобретен медиками во время пандемии. Нашими студентами во время пандемии. И студентами, само собой. Да. Конечно, безумный опыт. Это очень дорогого стоит, потому что студенты на таких вот практической помощи медицине, они очень большой опыт. То есть практика была практически 100%? Конечно, 100%, да, 100% практика. И у нас студенты всегда откликаются, и много в этом году принимали активное участие у нас вообще и волонтеры-медики, и наши студенты. Они все были в первых рядах помощи. А что входило в работу волонтера во время пандемического периода? Опять-таки, это же вакцинация. Угу. Соответственно, наши студенты встречали пациентов, которые приходили на вакцинацию, регистрировали их. Это тоже большой пакет документации нужно было сделать, помочь в заполнении анкеты, каких-то определенных граф анкеты. И потом уже проводили в очередь на вакцинацию. То есть, чтобы это все было быстро, да. Чтобы очереди не было, Конечно, это очень важно. И еще часть студентов, они сидели, уже технически выполняли, потому что есть специальная программа, куда заносятся определенные данные уже вакцинированных, и студенты наши, естественно, помогали вакцинации в забивании вот этих данных в компьютерную систему. То есть опыт приобретен, и если, не дай бог, опять что-то типа пандемии придет, очень быстро можно опять развернуться, и отработанный уже такой. Артемий, вы на втором курсе. Да. Да, всем студентам, всем молодым людям мы всегда задаем вопрос, а почему именно вы решили медиком стать? Это папа с мамой сказали? Нет, это мой выбор. Я с самого детства хотел стать врачом. В доктора играли? Да, именно с этого началось все. И уже когда приходил в школе в старшие классы, все больше и больше возникало желание. Плюс еще сказывалась моя спортивная карьера. Я очень долгое время занимаюсь любительским, профессиональным спортом. И поэтому, когда в 9 классе я сдал экзамены, выбор пал сразу подавать документы в медицинский колледж. Плюс еще родители поддержали мою идею. И родители не медики? Сошлись. Нет. Родители то есть вы открываете династию, такую, да, можно сказать. Совершенно верно. Понятно. Вы поступили, вы сейчас уже на втором курсе. Да. Какое у вас направление? Сестринское дело. Сестринское. То есть это медбрат. Да. Да, но медбрат, это все думают, и медбрат. Это же все равно только начало, то есть вы, наверное, пойдете потом дальше? Да, для меня лично это медицинский колледж как стартовая площадка. Да, чтобы понять, вообще медицина мое это или нет. И после прохождения практики, после начала профессиональных предметов на втором курсе, я убеждаюсь в том, что это моя профессия, я хочу в ней дальше развиваться и хочу, завоевывать новые высоты. Понятно. Мы сейчас еще об этом поговорим. Жанна Николаевна, а где вам удается найти таких замечательных студентов, которые еще второй курс, а уже говорят прям как блогеры? Как будущие медицинские работники. Да, некоторые будущие медицинские работники. Есть говорящие, есть молчащие. Но главная задача – вылечить, правильно? Как идет работа по поиску абитуриентов? Понятно, что у вас сейчас будет ряд горячая пора, дни открытых дверей. Да. Где ищете? Как ищете? Во-первых, конечно, правила приема, они едины для всех граждан Российской Федерации. Поэтому все студенты у нас поступают на основании аттестата.
Для того, чтобы поступить в колледж, идет конкурс аттестатов. Соответственно, все начинается с оценок. Открываем аттестат, приложение к аттестату и смотрим, какие оценки. Конечно, приоритетными оценками являются это химия, биология, то, что всегда в медицине востребовано, нужны знания базовые этих предметов. И, соответственно, на основании этих оценок, но не только этих, все оценки, которые есть в аттестаты, они проходят определенный конкурс. Лучшие выбираются аттестаты, лучшие студенты, будущие, вернее, студенты к нам поступают и уже учатся. Ну, о схеме мы еще поговорим, да. Напомним более конкретно. А сейчас вернусь к Артемию. Артемий, ну вот медбрат, да, насколько мы все в любом возрасте, да, люди сталкиваются там с поликлиниками, с больницами, где-то как-то все... У кого-то хорошо все проходит, да? Иногда можно натолкнуться на молодых сестер, медсестер и медбратьев, которым, в общем-то, все равно, что с тобой происходит. В жизни по-разному бывает. Вот это же психологическая еще история. Да, и я думаю, в колледже это тоже обучается и уделяется огромное внимание на психологическую подготовку, чтобы, как сказать, научить тебя качеством, то есть помогать людям, ни в коем случае не бросать в беде. И... Но ведь это звучит, безусловно, красиво, но люди же тоже разные. Вот бывают же пациенты, которые мало того, что они сложные, да, например, какое-то заболевание сложное, но они еще ведут себя как-то странно. Ведь нервную систему надо крепкую иметь. Вы к этому готовы? Да, я к этому готов. Это нужно... Просто вот когда сестринское дело прозвучало, да, это как раз тот случай, кстати, где женское как бы, да, название такое, работают и юноши, и девушки. И просто и в кино сейчас много показывают таких моментов, когда присутствуют представители именно сестринского дела. То есть мне кажется, что, наверное, вот здесь может отсеяться кто-то, кто не выдержит, кто не сможет работать, да, с пациентами. Верно? Такой же может быть? Может быть, да. Ну, то есть не прошел. Вот я не чувствую, я не могу видеть это, не выдерживать систему. Совершенно то есть верно. Очень важно. Многие от увиденного, то есть, например, попадают на практики в отделение, там, хирургия, возможно, даже как я... посчастливилось попасть в гнойную хирургию. Так, и посчастливилось попасть. И от увиденного... уже врач говорит, просто посчастливилось. Они уже как не готовы к этому были. И их уже это в психологическом плане, грубо говоря, съедает. То есть они понимают, должны, что это не их вы выбор. Вы должны в хорошем смысле слова отключить вот эту эмоциональную составляющую для того, чтобы... с холодной головой относиться. Да, чтобы человеку сделать добро. Жанна Николаевна, а вот все-таки вопрос... Ну, понятно, что вы понимаете... именно психологической составляющей, как найти в человеке, вы же все равно в какой-то степени, пока принимаете человека на первый курс, вы его не знаете. Конечно, да? Конечно. Что у него, понятно, что же к концу первого семестра, первого вот этого полугодия, вы уже какой-то можете сделать срез. Но тем не менее, для врача, как мне кажется, тем более на таком уровне, когда речь идет о 9 классе, 10, 11, очень же важно именно психологию понять, чтобы потом он не натворил каких-то дел. У нас в учебном плане есть предмет психологии, как раз где обсуждаются всякие ситуации, которые могут быть в дальнейшем. Значит, поэтому тут уже работают профессионалы, преподаватели имеют определенные и квалификацию, и диплом, и опыт, и знания, пришедшие из практической медицины, и уже они там на занятиях разбирают, изучают психологию, именно поведение больного пациента уже с медработником. Поэтому психология, она важна, конечно. Знаете, есть такое выражение, что вот от Бога, да, там, врач от Бога, там, медбрат от Бога. Потому что зачастую мы, опять же, сталкиваемся с непониманием стороны врача, да, когда врачу совершенно неинтересна твоя проблема, вот, и он не слышит тебя, ты понимаешь, что ты начинаешь искать кого-то другого. Да? С другой стороны, бывает, что человек, который находится в тяжелом состоянии в больнице, и вот с этой медсестрой или с этим медбратом есть контакт, и он все выполняет, и лечение идет хорошо, а с другим нет.
Вот это тоже такой важный момент, чтобы не просочились те люди, которые не могут работать в такой специальности. Вот то, о чем говорил сейчас Артемий. Конечно, бывает. Вообще, честно говоря, второй курс, где уже идут специальности, уже более медицинские, он дает, уже определяется студент, нужна ли ему эта профессия, видит он себя вообще в этой профессии. То есть такая клиническая картина студента. Да, или он себя не видит. Вот, допустим, они начинают уже делать инъекции, и поэтому боязнь крови, бывает так тоже психологическое такое вот воздействие, да, каких-то, может быть, биоматериалы смотрят, какое-то уже отторжение. И есть студенты, которые поняли, что не его, они не могут учиться дальше. Ну, к сожалению, есть такое, забирают документы. Забирают документы, конечно, идут дальше. Есть, да. Но я так понимаю, что Артемий документы пока не собирается. Даже. А чем еще живет медицинский колледж? Вот каковы у вас какие-то развлечения, там, какие-то конкурсы проходят? Или вы исключительно только ходите в гнойную, сказали, там, диагностикой занимаетесь? У нас очень много проходит мероприятий, таких как конференции разнообразные. Вот у нас буквально завтра будет проходить конференция о женском здоровье, то есть влияние вредных привычек, курения, употребления алкоголя, просто даже образа жизни, то есть правильное питание. То есть вы готовите какие-то рефераты? Да, мы готовим презентации, мы готовим разнообразные мероприятия, то есть ходим по школам, объясняем школьникам, даже, может быть, студентам, то есть других колледжей, о том, как нужно правильно жить и о том, как ваш образ жизни влияет на ваш организм и на ваше здоровье в целом. Поэтому... Ну, слушают как? Да, или спят? Слушают. Знаете как? Ведь всегда видно, когда спят. Те люди, которым интересно и которые хотят выглядеть потом здоровыми, красивыми и удачными, да, они это запомнят у себя в голове и будут это, об этом думать. А те, кто не хочет так выглядеть, они пропустят, они лучше там... Понятно. Это, кстати, мне кажется, что это хорошая история, Жанна Николаевна, потому что когда, например, на твой возраст или даже моложе тебя, да, рассказывают о курении и так далее, это, мне кажется, более доходчиво, чем если будет какой-нибудь старый, в хорошем смысле слова, опытный там профессор со званиями, который выйдет, скажет, вот курение вредно. Ну и сразу мы видим, что... Конечно, хорошо, вот наши студенты ходят, присутствуют в школах, и действительно у них разные конференции на разные темы. И, конечно, молодежь, она лучше находит общий язык между собой, потому что вот 17 лет и 17 лет, и они рассказывают и о вреде курения, и о других болезнях. Допустим, даже они показывают первую помощь, допустим, при обмороке. Там солнце, особенно мы сейчас вот пойдет у нас лето, да, летний период, когда нужно. Оно жаркое в последние годы. Конечно, да. Они показывают действительно первую помощь и при травмах, при различных. И даже те школьники, которые в будущем не хотели быть медицинскими работниками, вот они заинтересуются, подходят и спрашивают. Еще такая популяризация. Конечно. Они уже видят, как наши студенты с каким энтузиазмом, вообще с профессионалом, уже начинают рассказывать, показывать. Мы же приходим на конференции не только показываем свои рефераты, презентации, они приносят муляжи, уже непосредственно показывают, как сделать, допустим, искусственное дыхание, определенные манипуляции. И это тоже а школьников очень интересует. Ну, с Жанной Николаевной мы не прощаемся, но финальный вопрос Артемию задаю, потому что второй части у нас уже студентка четвертого курса, уже практически выпускница. Артемий, и все-таки, если вы останетесь и пойдете дальше, каким бы вы хотели быть специалистом? У меня два направления. Либо хирургическое, потому что меня... Ну, гнойное, мы уже поняли, вам нравится. Да. Либо гнойное, либо обычная хирургия, потому что для меня это лично интересно. Я хочу в этом развиваться. Либо из-за моей спортивной карьеры, спортивный врач, либо связанные со спортом, то есть там массажист, физиотерапия. Такое направление. Понятно. Ну, мы желаем вам удачи, и мне кажется, что все должно получиться. С Артемием мы прощаемся, а Жанна Николаевна и Диана Мартисян, студентка 4 курса, продолжат разговор о медицине в нашей программе через некоторое время. В первой части нашей программы мы говорили с Жанной Николаевной Анисифоровой, руководителем Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2, и студентом второго курса Артемия Маркова, который сейчас ушел
а на его месте Диана Матисян, студентка уже 4-го курса. Если позволите, Жанна Николаевна, вопрос сразу же к нашей новой гости. Скажите, а чем отличается студент 2-го курса колледжа от студента 4-го? Ну, студент 4-го курса – это уже готовый специалист, который уже вот-вот выходит и готов лечить людей, чтобы было готов больше… Готов встречаться с этой вот тяжелой такой специальностью под названием «лечить больного человека». Да. Вы лечебным делом, да, занимаетесь? Верно. Что входит в лечебное дело? В лечебное дело входит все направления, то есть это детские и взрослые люди, это терапевтическое направление, хирургическое, гинекологическое, акушерское, то есть направление. В общем, это все, что связано с телом человека. То есть это те люди, которые к 4-му курсу, да, Жанна Николаевна, прошли уже вот эти все страшные рассказы про морги, какие-то там страшные операции, какие-то. То есть мы понимаем, что психологически, не только профессионально, но и психологически они готовы ко встрече с пациентами с разными, самыми разными заболеваниями. Ну, естественно. Диана у нас студентка 4-го курса. Так. Квалификация у нее будет фельдшер. То есть это уже готовый фельдшер скорой помощи. Поэтому они, 4-й курс у них, в основном весь курс, это, конечно, практика. Практические навыки, где они уже работают либо в фельдшерско-акушерских пунктах, проходит практику, либо уже, конечно, скорая помощь. Вот это их два направления. Ну вот, Диана, насколько мы знаем, даже целые сериалы есть. Я даже там в одном снимался, по-моему. А скорая помощь – это всегда такое сложное отношение к этому, потому что тут на какого врача попадешь? Вот это раз. А для врача это всегда сложно, потому что пациенты-то, ой, какие разные. Они почему-то думают, что вот спаситель приехал и прямо сейчас должен решить проблему. Насколько вы вот на практике уже столкнулись с какими-то, ну, новостями для своей профессии? Да, согласна с этим выражением, то, что, да, как врач, так и пациент, разные люди, и выезжая на вызов, ты не знаешь, кто тебя встретит, как тебя встретит, что у него на самом деле, правда ли он сказал, когда вызывал скорую помощь, поэтому, да, у тебя как бы сюрприз может прийти. Как бы, ну, говорят, что хороший врач должен пройти в любом случае школу скорой помощи, это какая-то такая вот, как солдат для того, чтобы стать генералом, должен, да, пройти в какую-то стадию, так вот и врач должен пройти. Это действительно так? Я считаю, что да, это действительно так, потому что я, проходя практику в различных поликлиниках, больницах, большинство из них врачи вначале отучились на фельдшера, дальше пошли на врача, потому что, пройдя вот этот этап фельдшера, ты понимаешь, на самом деле, ты хочешь работать в этой сфере или же нет. То есть спасать людей. То есть это последний такой момент, где ставится этот вопрос, наверное. А потом уже ты понимаешь, что ты врач, и ты готов уже к любым. Несмотря ни на что, идти и спасать жизни людей. Вот, Жанна Николаевна, фраза «спасать жизни людей», этому же тоже надо как-то научиться? Вот что для этого в колледже делается? Это, наверное, зависит от тех людей, которые преподают, от преподавательского коллектива. Конечно. Кто они? Ну, все преподаватели, конечно, это наши врачи. В любом случае, они пришли из практического здравоохранения и знают все нюансы, все подводные камни, которые в этой профессии есть. Поэтому без таких вот действительно наших преподавателей невозможно обучить, без их опыта невозможно обучить студента, будущего медработника, чтобы они уже перенимали опыт. И у нас есть, вот, допустим, Татьяна Алексеевна Тюрина, она более 35 лет работает в колледже, но при этом свою медицинскую деятельность, она врач-терапевт, она не бросает. Она также работает в поликлинике, совмещает полезное с приятным. Но, и кажется, обучает студентов, и выполняет свой профессиональный долг. Ну, наверное, для любой профессии, если ты практикующий, да, в своей профессии, это такая очень важная история. Конечно. Еще такой вопрос. Давайте мы сейчас... Кстати, Диана, а вы почему пришли? Было просто желание, или семья приняла решение, или как-то все сложилось? Все вместе. Да. Во-первых, я с детства, мне нравилась медицина, и я никогда не боялась там инъекций каких-то, когда вот приходила, там все дети что-то шугались. То есть глаза не закрывали? Да, да, никогда, и мне было вот интересно. И плюс к этому моя мама вообще мечтала о том, чтобы ее дочь была медиком.
И моя бабушка мечтала, чтобы ее дочь была. Но моя мама не стала медиком, и я осуществила мечту двойную. Да. Да. Как бы осуществила такую мечту, и как бы это мое. Как бы меня никто не заставлял. Я сама пошла по этому направлению. Ну, это же хорошо, когда в семье уже свой медик, конечно, да? Ведь конечно. Проще всего практиковаться-то на своих, правильно? Конечно. На тех, кто рядом. Вот. Теперь такой вопрос. Да. Давайте мы расскажем нашим зрителям, да, Жанна Николаевна, как можно сегодня еще раз поступить. Мы поняли, что для... Во-первых, у вас будут дни открытых дверей, наверное, не один раз, да? Ну, у нас уже последний раз, 15 апреля в 3 часа у нас будет день открытых дверей. Поэтому мы всех приглашаем, будущих студентов, нынешних абитуриентов, которые посмотреть будут подавать. Посмотреть все можно посмотреть. Будет. У нас будут мастер-классы, мы сделаем экскурсию по колледжу, соответственно, покажем видеоролик о истории колледжа. Ну и, конечно, самое главное, это расскажем правила приема, значит, ответим на те вопросы, которые будут задавать будущие абитуриенты. И, в принципе, всех ждем. Всем все ответим, расскажем. Потом у нас апрель, он пробегает очень быстро. Конечно. Потом майские пробегают быстро, потому что майские праздники. И наступает уже лето. Горячая пора. Да. В чем она заключается? Вот кто-то сейчас, даже не придя, например, на день открытых дверей, готов отправить своего ребенка, или сам ребенок очень хочет в колледж. Что для этого нужно? Ну, для этого нужно... Аттестат мы поняли. Аттестат, да. Значит, у нас понятно, что в колледже есть сайт МОМК2, МОМК2. Зайти на этот сайт, в раздел «Абитуриенту», и там перечень всех документов, правила приема, то есть их можно ознакомиться, открыть, почитать, и перечень документов, которые абитуриент может либо лично сдать при личном приеме, либо тоже там на сайте все указано, электронная почта, и куда можно подать электронно. То есть два варианта сейчас можно. Это либо после 9 класса? И после 9, и после 11, пожалуйста. А после 11 все равно же на первый курс? Конечно. У нас после 11 это лечебное дело. А, то есть более... Да, да. И после 11 у нас еще есть фармация, очно-заочная или вечерняя форма обучения. И в этом году мы набираем сестринское дело после 11 класса, тоже вечерняя форма обучения. В этом году у нас будет еще больше прием. По сравнению с предыдущим. И вот такая фишка у нас новая – это сестринское дело. То есть это связано с тем, что, наверное, все-таки пандемия показала, что не хватает работников сестринского направления. Да, да. Диана, скажите, вот вы все-таки уже близитесь к выпуску. Кстати, у вас как будет диплом или какой-то проект, чтобы... И дипломная работа, и аккредитация у нас будет. Без аккредитации я не смогу пойти работать куда-либо. То есть должны сказать, что вот Диана Майтесян имеет право что-то делать с другими людьми. Конечно. Диана, а у вас уже есть тема вашего диплома? Ну или о чем, по крайней мере, будет? Будет о заболеваниях, таких как крипторхизм, варикоцелия, водянка, яичко. Это, то есть те заболевания, которые в детском периоде, если не уследить... Они могут развиться потом. Да, развитие потомков не будет. Вот такая и это с документами, библиотека, все дела, электронная библиотека. Конечно. И также я буду проходить практику преддипломную в детской поликлинике, где статистику соберу, в общем, по данным, чтобы... Точные, то есть вы в детское такое... Детское направление, скорее всего, пойдете. Это такой важный момент, тем более, что все нам говорят, Жанна Николаевна, что каждым годом у детей какие-то все-таки проблемы появляются. То есть какие-то старые болезни удается нам все-таки нивелировать, появляются новые или сочетания-то, или молодеют болезни, там, сердце. Мы даже, молодеют, по-моему, с вами болезни, это обсуждали. Молодеют. Сердечно-сосудистая система у нас, к сожалению, подводит. И если это было раньше, болели люди 65+, то сейчас, к сожалению, в связи с такой вот обстановкой тревожной и психоэмоциональные нарушения у людей идут. Поэтому, конечно, сердечно-сосудистая система подводит. Тут еще и пандемия внесла свои коррективы в данный вид заболевания. Ну, безусловно. Поэтому... Вот еще один такой вопрос. Да. Диану нападает, все-таки студентка 4 курса, она уже привыкшая, в скорой помощи работает. Вот скажите, понятно, что интернет привнес такую составляющую, когда у человека что-то заболело, или он знает, что у него болит, на каком-то этапе он начинает в интернете искать, там и лекарства, и все на свете. Все-таки
И некоторых врачи очень сильно по этому поводу раздражены, что вот чего вы туда, да, вы же не специалисты, а я все знаю. Как вот совместить, чтобы, например, и интернетом человек пользовался, потому что тогда он будет понимать, что он должен к врачу обратиться, да, чтобы он не занимался самолечением, и чтобы врач ему помогал разобраться, если необходимо, даже у нас теледоктор, да, появляется, да, такая, конечно, специальность, вот, чтобы вот было сочетание, потому что если раньше пациент никаких вопросов не задавал, вот ему выписали, и он пьет, он даже не знает, что там от чего, ну, прослушал, то сегодня он иногда приходит такой требовательный, он все знает, что у него болит. Как это все совместить? Ну, это, с одной стороны, хорошо то, что человек узнает о том, что, что у него болит, как у него болит патогенез, то есть, да, какой у него. А с другой стороны, как бы он больше знает и больше вопросов будет. Но я не думаю, что какие-то проблемы возникнут с этим. Можно все на доступном уровне объяснить пациенту, то, какое лечение, почему он назначил, и как бы пациент успокоится. Сделать его соратником общего дела. Да, да. Лечение, не врагом, как бы. Диагноз ставит врач, а не пациент. Вот. А когда диагноз ставит еще и Жанна Николаевна Несифорова, вот, директор Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2, это особая история. Последнее. Приходят студенты, которые закончили, которые уже давно специалистами, навещают? Конечно, вас? Навещают. Да. И мы очень рады, всегда идем навстречу нашим бывшим выпускникам и всегда радуемся за их успехи. Ну, во-первых, наши выпускники очень много люберецких, мы их часто видим в поликлиниках, в больницах, на скорой, общаемся. У нас есть общие группы у кураторов, выпускные группы. Поэтому мы за их судьбой и за их профессиональной деятельностью мы следим и знаем. То есть вы не боитесь у них лечиться? Нет. Хорошо. Итак, Жанна Николаевна Несифорова, директор Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа номер 2, Диана Мэтисян, студентка 4 курса, а в первой части у нас был Артемий Марков, студент 2 курса. Большое вам спасибо. Спасибо. Хорошего вам набора, и чтобы у вас пациенты все были здоровы. И вам здоровья. И нам здоровья. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания.